Путешествуем с биткоин. Престижное туристическое агентство Юго-Восточной Азии Smiling Albino начинает принимать биткоин для оплаты с 1 августа. Как сообщает newsbitcoin.com, агентство будет принимать транзакции биткоина для организации индивидуальных путешествий в Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос и Мьянму. Компания предоставляет туристические услуги уже в течение 15 лет. Директор по развитию бизнеса компании Smiling Albino Стефани Роу считает, что это очень эффективный способ бронировать путешествия.